Актриса встает в 4 часа 30 минут утра, и эта привычка была продемонстрирована в сериале «Утреннее шоу». В выходные она может поспать до 8-9 часов, но не позже. После пробуждения Джен умывается, медитирует и выпивает коктейль с суперфудами. Знаменитая телеведущая с утра посвящает 20 минут медитации, а потом идет на беговую дорожку. Она настраивает себя на новый день с помощью любимой музыки и вкусной еды. Бывшая участница Spice Girls встает в 6 утра, выпивает смузи, делает зарядку и развозит детей по школам. Валяться некогда. Актриса почти каждый день встает в 5 часов 30 минут утра и занимается зарядкой на пару с мужем. Она считает, что это время предназначено только для них двоих. Певица старается заниматься по утрам спортом, причем у нее две тренировки подряд. Сначала час бокса, кикбоксинга или джиу-джитсу, потом растяжка и силовая тренировка. Из всех сестер именно она встает раньше всех, в 5 утра. Пьет зеленый чай, съедает банан и бутерброд с арахисовым маслом. Знаменитый коктейль Монро вовсе не шутка. Актриса разбивала в чашку с молоком 2 сырых яйца, а также принимала по утрам мультивитамины. Супермодель встает в 6 утра, выгуливает собак, готовит здоровый завтрак и примерно полчаса посвящает утреннему умыванию. Миллиардер начинает почти каждый день с тренировки на беговой дорожке. Актриса не делает секрета из того, что утром не всегда встает сразу после звонка будильника. Она может поваляться в постели 10-15 минут, а потом отправиться на кухню за кофе. Фото Getty Images.